момент, когда я собираю хвост, фактически мне нужно что? Мне нужно, чтобы у меня не было вот здесь вот залысин. Когда я собиралась сразу после операции, то вот так вот сделать и носить я не могла, потому что здесь был рубец. Всем привет, меня зовут Оксана Терехова, вот уже несколько лет я поднимаю тему салонной бьюти-индустрии, медицинской эстетики и многие процедуры пробую на себе. 3 года назад я делала подтяжку бровей, где были 2 разреза в волосах. И когда я делала отчет для доктора, то было видно, что здесь практически заросли волосы, да, и всегда хирурги показывают, что-то нет, не будет ничего. Но на самом деле шрамы остались, и вот так вот собрать волосы в хвост, обнажив вот эту вот без того слабую зону, мне было сложно, да, то есть все время нужно было носить вот такие вот прически. Но я люблю хвосты, я люблю различные вот такие вот прически с собранными волосами, они мне идут, и поэтому я хотела это использовать тоже. И год назад я приехала к моему мастеру, к Юле Пудровой, для того, чтобы сделать трихопигментацию. Трихопигментация – это когда тенью подкладывают пигмент, да, близкий к волосам, к своему цвету волос, для того, чтобы создать иллюзию насыщенности, скажем так. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. Чуть покалывает, но не больно, при том, что без анестезии. Но второй проход обычно чуть больнее, да, Юль? Мы уже в один делаем проход, второго не будет. Максимально плотно в один проход без анестезии работаем. Трихопигментации хватает, ну, невозможно сказать, там, сколько точно, там, год, два, три, но однозначно носится дольше, чем в зоне бровей. У нас в зоне бровей довольно жирная кожа, солнце попадает, и пигмент от этого выходит из организма быстрее. В зоне волос держится в раза 2-3 дольше. Такую трихопигментацию делают не только для места рубцов. И вот ее делают вот на слабой вот этой вот зоне фронтальной, да, когда с возрастом начинают здесь выпадать волосы, и лоб становится, поднимается линия лба. Ее делают, когда есть аллопеция гнездная, ее делают, когда есть просто какие-то участки, вихры, да, когда, допустим, вы носите пробор много лет на одну сторону, и в этой области, даже сами мастера-парикмахеры говорят, что в области пробора всегда волосы более, зона более слабая, да, то есть там меньше волос, да, то есть как-то они начинают выпадать в местах постоянного пробора. Можете даже сами провести такой эксперимент, положить сначала, сделать фотографию с одной высоты, с одного расстояния на пробор, потом переложить на противоположную сторону, и увидите, что на противоположной, на менее использованной стороне пробор будет интенсивнее. В целом пигмент на шрамах держится дольше, чем на здоровой коже. Вот, допустим, если на брови к нам клиент пришел, и на брови есть шрамик, то мы прокрашиваем везде одинаково, но, допустим, через год-два клиент приходит на обновление, у него в брови, в здоровой коже почти нет уже пигмента, то шрам может быть даже практически прокрашен с такой же интенсивностью, как мы вносили там год-два на первичной процедуре. А почему? Потому что рубцовая ткань не кровоснабжается, клеточки там не обновляются, и пигмент вот сидит и никуда не уходит. Поэтому, в принципе, если с рубцами приходит, то, может, меньше нужно процедуры. Да, меньше, да? Процедур нужно. Если судить по ощущениям, насколько это больно или не больно, скажем так, брови-то не больно, в принципе, делать пудровое напыление. Пудровое напыление – это не татуировки, это не то, что было раньше, когда ты прям терпишь-терпишь. Юля наносит анестезию аппликационную, да, сюда, но вот она делает не больно вообще.